Я хотел бы немножко представить, откуда мы. Мы из города Москва. Мы преподаватели и выпускники музыкальной школы имени Блажевича. С праздником, друзья! Качаем такой очень активной, серьезной музыки в стиле фанк и R&B. Да. Песня называется «Thrift Shop». Давайте немножко покричим. This is fucking good.
Я немножко представлю наших музыкантов. Айдос, Айдос, я тебе очень благодарен. Василий, тромбон, по совместительству ведущий свадьбы корпоратива. Пожалуйста, обращайтесь, Василий. Визиточки в левом кармане. Да. Федор Шагов. Это человек, который лучший в России, может быть, и в мире. Тубист. Да. Как бы это ни звучало, тубист. Да, на планете. Федор Шагов очень талантливый человек и очень круто играет на тубе. Вот. Кирилл Стехов. И мне кажется, что я даже немножко начинаю импровизировать, как он. Но, к сожалению, это не так. Так вот, да. Виталик, который очень любит улыбаться и есть. Вот, да. Так. Не смотрите, что он такой худой. Он про запас куда-то откладывает. Да, Максим. Солист Большого театра. Спасибо, Максим. Да. Ну и, конечно же, замечательный преподаватель нашей замечательной школы, а по совместительству солист Государственного академического симфонического оркестра под руководством Полянского Евгений Алимов. Ваши аплодисменты. Ну и вот таким сильнейшим составом мы дальше продолжим вас радовать. Следующий трек тоже все знают. Поехали. Ha ha ha!
Thank you.
We'll be right back.
Интересной, классной музыки. И есть группа «Ленинград». Вот. Как бы вот у нас возникает вопрос. Играть много интересной музыки, классной, или «Ленинград». Давайте тогда, наверное, сыграем интересный «Ленинград». Окей, поехали. Thank you.
Thank you.
Спасибо! Приходите на наши концерты, в Чешской, в Брунбрандбе.